Итак, всем привет! И вот сегодняшнее новое видео будет посвящено тому, как установить жесткий диск в PlayStation Super Slim на 12 гигабайт, поскольку в комплекте нету жесткого диска. Вот. Ну давайте начнем с того, что мы достанем все кабели. Вот кабель питания, оптический, потом HDMI. Все это достаем. Также, поскольку мы будем переворачивать консоль, я думаю, стоило бы извлечь диск из привода. Вот. И давайте приступим к самой процедуре замены, точнее установки харда. Идем дальше. Так, ну вот, в общем, все, что нам нужно для того, чтобы установить жесткий диск в саму консоль. Первое, самое главное, это нам потребуется, ну, не то взял, конечно, жесткий диск, вот такой жесткий у меня на терабайт. Кстати, жесткий диск должен быть толщиной не больше 9,5 мм, поскольку он не влезет, нельзя будет ставить его в скобу. Также желательно, конечно, я прочитал, чтобы скорость вращения его была 5400, а не 7200, поскольку 7200, возможно, будет греться, но невозможно, а будет больше греться, а это нежелательно для PlayStation. И он должен быть SATA 2. Вот, в общем, такие требования для жесткого. SATA 2, 9,5 мм и 5400 скорость вращения. Ну, естественно, максимальный объем, который вы можете поставить жесткого диска, это терабайт, поскольку больше терабайта все жесткие диски превышают толщину в 9,5 мм. Ну что, вот мы, в общем, ставим жесткий в скобу. Кстати, эта скоба не оригинальная, не соневская. Эта скоба китайская. Есть еще оригинальная, но она стоит порядка, сколько, 500 рублей она стоит, по-моему. Вот, а это мне обошлась в 220 рублей, и на нее есть у меня еще на канале видео распаковка, вот. Так, ну, если вот у вас есть скоба, жесткий диск и PlayStation, вот, просто прикручиваем жесткий диск к этой скобе. А в комплекте должны быть, естественно, винтики, болтики, чтобы это сделать, поэтому проблем, я думаю, ни у кого возникнуть не должно. Все прикручиваем. Кстати, если у вас нет желания тратиться ни за 500, ни за 200 рублей на скобу, в интернете также много видео, где люди показывают, как устанавливают свои жесткие диски в PlayStation посредством простой бумаги, подкладывания бумаги. Но, не знаю, мне не захотелось, в общем. Я ничего не имею против этого способа, но мне вот хочется, чтобы у меня была скоба вместо бумаги, поэтому я так и делаю. Вот это уже выбор каждого, кому как устанавливать хард в свою консоль. Ну вот, в общем, мы закрутили. Я думаю, особо сильно не надо, ну, в смысле, переусердствовать, просто закрутили, вот он держится там, оставляем так. И еще теперь нам нужен, в общем, диск в скобе и болтик. Так, теперь берем консоль, ставим ее вот таким образом, чтобы дисковод смотрел на нас. Так, где? Ну вот, в общем, дисковод, видно, да? И открывать ее нужно вот таким способом, вот в эту сторону. Вот так. Вот, раз мы открыли. И что мы здесь видим? Вот отсек для жесткого. Когда у вас есть скоба, то здесь все очень предельно просто. Вы просто вставляете вот так жесткий, вот раз, он вошел в свои разъемы. Вот. И дальше вы просто прикручиваете вот этот последний болтик. Вот таким образом. Все, жесткий установлен. Осталось только закрыть вот эту крышечку. Так, как она тут? Вот так. Ну вот, собственно, и все. Жесткий диск установлен. И консоль готова к работе. Вот, в принципе, такая простая видеоинструкция, как установить жесткий диск. В принципе, все я рассказал. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и всем пока, до новых видео.